Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Люба, и вы на канале о вязании. И в этом видео я предлагаю вам связать вот такого вот слоненка. Слоненок связан из пряжи Alize Puffy Fine. Очень красивый цвет, очень он мне нравится. Это номер 263 и называется он бирюзовый. Конечно же, можно попробовать связать из обычной классической Alize Puffy, но я думаю, слоненок будет очень большой. Высота слоненка вместе с ножками получается около 40 сантиметров. Кстати, именно этот цвет 263 в 100 граммах у нас 15 метров. На такого слоненка у меня ушло 2,5 мотка пряжи Alize Puffy Fine. Ручки и ножки мы будем крепить на пуговках, так называемое пуговичное крепление. Благодаря такому креплению мы можем ручками шевелить. Вот у нас двигаются ручки и также двигаются ножки. Вот. Глазки я использовала 18 миллиметров, глазки у меня с ресничками, бровки вышиты обычной шерстяной черной ниточкой, ушки мы свяжем отдельными деталями и потом в процессе вязания головы мы уши будем ввязывать. Голову и туловище будем вязать одной деталью. За основу у меня взят уже готовый бесплатный мастер-класс. Кое-что я переделала, что-то добавила свое. Ссылку на автора и описание мастер-класса я оставлю внизу под этим видео. Также у слоненка у нас будет хвостик. Для работы нам понадобится еще крючок. Я буду использовать номер 5,5 мм, но здесь не принципиально номер крючка, можно использовать и четверку, и 4,5, и троечку. То есть здесь смысл крючка в том, что мы помогаем себе вытягивать петли, потому что, как известно, в Alize Puffy Fine петельки у нас маленькие, и крючок мы берем просто себе в помощь, чтобы вытягивать эти петельки. И также еще нам понадобится несколько маркеров. Также нам понадобятся глазки, пуговки для ручек, пуговки для ножек. Итак, если вам понравился слоненок, то я приглашаю вас вязать его вместе со мной. Всем приятного просмотра! Отсчитываем 3 петли и между 3 и 4 петелькой завязываем узелок. Далее эти 3 петли закрываем. Те петли, которые образовываются, для удобства отмечаем маркером. Теперь в каждую такую петельку мы должны сделать прибавку. Захватываем за переднюю стеночку петли и протягиваем 2 петли от рабочей нити. В каждую такую петлю мы должны протянуть по 2 петли. В итоге всего мы должны протянуть 6 петель. И начиная с самой первой петли мы ряд закрываем. Продеваем петля через петлю, двигаемся по кругу. Теперь в каждую из этих петель мы также должны сделать прибавку. Захватываем переднюю стеночку петли и продеваем по 2 петли от рабочей нити в каждую петлю. В итоге у нас должно получиться 12 петель. И начиная с самой первой петли, ряд потом закрываем.
Следующий ряд вяжем. Одну петлю протягиваем просто, во вторую делаем прибавку. Протянули одну петлю, во вторую делаем прибавку, протягиваем 2 петли от рабочей нити. Итак, вяжем до конца ряда. Одна петля просто, во вторую петлю прибавка. В этом ряду у нас должно получиться 18 петель. И начиная с первой петли, ряд потом закрываем. Вяжем следующий ряд. 2 петли мы протягиваем в каждую по одной петле, в третью делаем прибавку. Раз петлю протянули, во вторую петлю протянули, в третью петлю мы делаем прибавку. Протягиваем 2 петли от рабочей нити. И так вяжем до конца ряда. 2 петли мы провязываем в каждую по одной петле. Третью делаем прибавку. И в этом ряду у нас должно получиться 24 петли. И начиная с первой петли, ряд потом закрываем. Далее ниточку перекидываем перед работой. И следующий ряд нам нужно провязать без изменений. В каждую петлю мы протягиваем по одной петле, но протягиваем вот таким вот образом, то есть от себя. Захватываем петельку за обе стеночки, за переднюю и за заднюю. Нить у нас перед работой, мы вот перекинули ее сюда на эту сторону. Берем петельку от рабочей нити и протягиваем от себя. Можно воспользоваться крючком и протягивать петельки с помощью крючка. Итак, мы протянули последнюю 24-ю петельку, перекидываем рабочую нить на место, возвращаем за работу. И вот эту вот первую петельку, с которой мы начинаем закрывать ряд, мы ее выводим на изнаночную сторону, как бы. И вот с нее теперь уже сейчас начинаем закрывать ряд. Таким образом, мы как бы соединили наше вязание вот здесь вот, и этот переход у нас не очень будет заметен. И после того, как мы вывели эту петельку на изнаночную сторону, мы начинаем закрывать ряд. Продеваем петля через петлю. Двигаемся по кругу до конца ряда. И далее следующий ряд мы вяжем опять без изменений. В каждую петлю мы должны протянуть по одной петле. Также у нас должно получиться 24 петли. И теперь обратите внимание, вот у нас косичка. Не та косичка, которая у нас формировалась за счет того, что мы протягивали петли с лицевой стороны,
А вот эта косичка, которая получилась после того, как мы закрыли петли. И вот у нас задняя стенка, вот передняя стенка. И вот за переднюю стенку мы протягиваем петли. Захватываем переднюю стеночку и продеваем. Можно воспользоваться крючком, так будет быстрее. Также продеваем по кругу в каждую петлю по одной петле. Мы должны протянуть 24 петли. И начиная с первой петли ряд закрываем. Вот такая деталь у нас в итоге получается. Итак, вяжем следующий ряд. Две петли мы протягиваем в каждую по одной петле. Далее у нас идет следующая комбинация. Убавка, одну петлю протягиваем. И эту комбинацию мы должны провязать 6 раз. То есть сначала мы делаем убавку, берем петлю за переднюю стенку и протягиваем петлю от рабочей нити в одну, захватываем следующую петельку за переднюю стенку и эту же петлю протягиваем через вторую. Это у нас убавка. Следующую петлю протягиваем просто одну петлю. Мы провязали первый раз эту комбинацию. Нам эту комбинацию нужно провязать 6 раз, то есть остается еще 5. Провязываем убавка, одна петля, вторая комбинация, следующая опять убавка. Следующую петлю одну. Это мы провязали третий раз. Дальше убавка. Одна петля просто. Четвертый раз. Убавка. Одна петля, это пятый раз. И последний раз мы делаем убавка. И одну петлю протягиваем просто. Мы провязали эту комбинацию 6 раз. Дальше вяжем 2 петли в каждую по одной. И в конце мы делаем одну убавку. Протянули за одну петельку и эту же петлю протягиваем сразу за вторую. И в этом ряду у нас должно получиться 17 петель. Первую петлю, с которой мы начинаем закрывать ряд, мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И теперь начинаем закрывать ряд. Продеваем петля через петлю, двигаемся по кругу до конца ряда. Вяжем следующий ряд. 5 петель провязываем в каждую петлю по одной. 3, 4, 5,
Далее мы делаем 3 убавки подряд. Берем петлю от рабочей нити, протягиваем через одну петлю и сразу же через вторую. Одна убавка. Следующую петлю от рабочей нити протягиваем через одну. И эту же петельку через вторую. Вторая убавка. И еще одна убавочка. Провязали. И еще до конца ряда нам останется протянуть 6 петель. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. И в этом ряду у нас должно получиться 14 петель. И начиная с самой первой петли мы ряд закрываем. Следующие 4 ряда провяжите без изменений. Протягиваем в каждую петлю по одной петле. У нас в работе 14 петель. После того, как петли протянете, ряд закрываем. Провяжите самостоятельно эти 4 ряда. Итак, мы провязали 4 ряда без изменений, в каждом ряду по 14 петель. И у нас получается вот такая вот ножка. Дальше следующий ряд мы вяжем убавка. Берем петлю от рабочей нити, протягиваем сначала через одну петлю, потом вторую петлю захватываем за переднюю стеночку и эту же петлю протягиваем через вторую петлю. Убавку сделали, далее вяжем 5 петель, протягиваем в каждую по одной петле. Дальше делаем еще одну убавку через одну петлю и через вторую. И до конца ряда нам еще останется протянуть 5 петель в каждую петлю по одной петле. В этом ряду мы должны были протянуть 12 петель и, начиная с самой первой петли, ряд закрываем. Дальше следующий ряд вяжем без изменений, протягиваем в каждую петлю по одной петле. У нас в работе 12 петель и, начиная с самой первой петли, ряд потом закрываем. Итак, мы полностью связали нашу ножку, и теперь нам ее нужно набить. При набивании особое внимание уделяем нижней части. Далее разрезаем несколько петелек для того, чтобы нам стянуть отверстие. Я раскрываю 5 петелек и лишние отрезаю.
И теперь мы начинаем стягивать отверстие. Захватываем петельку за обе стеночки и вытягиваем ниточку. И начинаем подтягивать. И так двигаемся по кругу, пока не стянем все петли. Итак, мы полностью закрыли наше отверстие. Теперь нам нужно закрепить ниточку и кончик затянуть наизнанку. Точно таким же способом свяжите вторую ножку. Отсчитываем 3 петли и между 3 и 4 петелькой завязываем узелок. Далее эти 3 петли мы закрываем. Получившиеся петли для удобства отмечаем маркером. Теперь в каждую получившуюся петлю мы должны сделать прибавку. Захватываем переднюю стеночку петли и протягиваем в одну петлю 2 петли от рабочей нити. Следующий маркер снимаем, захватываем переднюю стеночку петли и также делаем прибавку, протягиваем 2 петли от рабочей нити. И то же самое проделываем в третью петлю. Всего мы должны протянуть 6 петель. И начиная с самой первой петли мы ряд закрываем. Продеваем петля через петлю. У нас получилось 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь в каждую из этих петель мы также должны сделать прибавку. В каждую петлю мы продеваем 2 петли от рабочей нити. Также захватываем переднюю стеночку петли и продеваем 2 петли. Итак, в каждую петельку мы продеваем по 2 петли. В итоге мы должны протянуть 12 петель. И начиная с самой первой петли мы ряд закрываем. Продеваем петля через петлю, двигаемся по кругу. Следующие 4 ряда нужно провязать без изменений. Захватываем переднюю стеночку петли и в каждую петлю продеваем по одной петле от рабочей нити. У нас в работе 12 петель. Продеваем до конца ряда, ряд потом закрываем. И таким образом нам нужно провязать 4 ряда без изменений. Провяжите эти рядочки самостоятельно.
Мы провязали 4 ряда без изменений, в каждом ряду по 12 петель, и на данном этапе у нас должна получиться вот такая вот деталь. И вяжем следующий ряд. Сейчас мы должны провязать подряд 3 убавки. Захватываем петлю за переднюю стеночку и петлю от рабочей нити продеваем через первую петлю. И эту же петлю от рабочей нити продеваем через вторую петлю. Мы сделали одну убавку, нам нужно сделать 3. Далее следующую петлю от рабочей нити продеваем сначала через одну петлю и эту же петельку через вторую. Вторая убавка сделана и последняя. Следующую петлю от рабочей нити продеваем сначала через одну и сразу же через вторую. Итак, мы сделали 3 убавки и до конца ряда нам нужно еще протянуть 6 петелек. Каждую петлю по одной петле. И в этом ряду мы протянули 9 петель и начиная с самой первой петли мы ряд закрываем. Следующие 2 ряда нам нужно провязать без изменений. Протягиваем в каждую петлю по одной петле, ряд закрываем. У нас в работе 9 петель. Провяжите эти 2 рядочка самостоятельно. Итак, мы провязали 2 ряда без изменений, в каждом по 9 петель. Вяжем следующий ряд. Делаем убавку, берем петлю от рабочей нити, протягиваем через одну петельку и сразу же эту же петлю через вторую. Сделали одну убавку и до конца ряда нам нужно еще протянуть 7 петелек, в каждую петлю по одной петле. И в этом ряду мы протянули 8 петель. И начиная с самой первой петли, мы ряд закрываем. Далее, следующие 3 ряда мы вяжем без изменений. В каждую петлю мы протягиваем по одной петле. У нас в работе 8 петель. И потом, начиная с самой первой петли, мы ряд закрываем. И таким образом нам нужно провязать 3 ряда по 8 петель. Провяжите эти рядочки самостоятельно. Итак, вот мы провязали 3 ряда без изменений, в каждом ряду по 8 петель, и у нас вот в итоге получилась вот такая вот деталь. На этом этапе мы можем набить лапку. Лапку набиваем полностью, но вот эту верхнюю часть мы набиваем чуть поменьше, чем внизу. Внизу набиваем поплотнее. Теперь это отверстие мы будем стягивать. Для этого разрезаем следующие несколько петелек, для того, чтобы нам стянуть отверстие. И лишнее отрезаем. Теперь я воспользуюсь крючком и начну стягивать отверстие. Подхватываем крючком каждую петельку и ниточку вытягиваем и подтягиваем. И так двигаемся по кругу. И стягиваем полностью наше отверстие.
затягиваем потуже. Вот так вот у нас должно получиться. И теперь мы закрепляем ниточку и прячем ее на изнаночную сторону. Аналогичным образом свяжите вторую деталь. Отсчитываем 3 петли и между 3 и 4 петелькой завязываем узелок. Теперь эти 3 петли закрываем, образовавшиеся петли для удобства отмечаем маркером. В каждую из таких 3 петель делаем прибавку. Захватываем петельку за переднюю стеночку петли и продеваем 2 петли от рабочей нити. В следующую петлю мы также продеваем 2 петли от рабочей нити. И потом в 3-ю петельку также продеваем 2 петли. В этом ряду мы должны протянуть всего 6 петель. Та петелька, которая у нас уже была, мы ее не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И начиная с самой первой петли мы начинаем ряд закрывать. Продеваем петля через петлю, двигаемся по кругу. Следующий ряд, в каждую петлю мы должны сделать прибавку, то есть у нас 6 петель, в каждую петлю мы проденем по 2 петли, и в итоге у нас должно получиться 12 петель. И потом, начиная с самой первой петли, ряд закрываем. Если петли руками протягивать тяжело, можно воспользоваться крючком. Следующий ряд вяжем. Первую петлю мы провязываем одну петлю, во вторую делаем прибавку. Протягиваем 2 петли от рабочей нити. И так чередуем до конца ряда. Одна петля, прибавка, одна петля, прибавка. И в этом ряду у нас должно получиться 18 петель. И потом, начиная с самой первой петли, мы ряд закрываем. Следующий ряд вяжем. 2 петли протягиваем в каждую по одной, в третью делаем прибавку. Протянули одну петлю, во вторую петлю протянули одну петлю и в третью сделали прибавку. Протянули 2 петли от рабочей нити. И так чередуем до конца ряда. 2 петли мы протягиваем в каждую по одной петле. И в третью мы делаем прибавку, протягиваем 2 петли от рабочей нити. И в этом ряду у нас должно получиться 24 петли. И начиная потом с самой первой петли, ряд закрываем. Вяжем следующий ряд.
3 петли мы протягиваем в каждую петлю по одной петле, в четвертую делаем прибавку. 1, 2, 3. И в четвертую делаем прибавку, протягиваем 2 петли от рабочей нити. И провязываем так до конца ряда. В этом ряду у нас должно получиться 30 петель. И начиная с самой первой петли, ряд потом закрываем. Следующий ряд вяжем 4 петли, провязываем в каждую петлю по одной петле, в пятую делаем прибавку. 1, 2, 3, 4. И в пятую мы делаем прибавку, провязываем в одну петлю 2 петли от рабочей нити. И таким образом провяжите этот ряд до конца. В этом ряду должно быть 36 петель. И затем, начиная с самой первой петли, мы ряд закрываем. Следующий ряд вяжем 5 петель, провязываем в каждую по одной петле, в шестую делаем прибавку. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую петлю мы делаем прибавку, протягиваем 2 петли от рабочей нити. И так провязываем до конца ряда. В этом ряду у нас должно получиться 42 петли. И потом, начиная с самой первой петли, мы ряд закрываем. Итак, дальше мы обвяжем по кругу, по краю с помощью крючка. Обвязку можно делать по желанию, на ваше усмотрение. В целях, например, экономии пряжи, конечно, обвязку можно не делать, потому что на такую обвязку уйдет приличное количество пряжи. Поэтому смотрите сами по желанию. Потом мы это ушко вот так вот будем складывать. И вот таким вот образом пришивать к голове. Поэтому, если вам такого размера достаточно, чтобы было ухо, можете оставить так. А мы продолжаем дальше. И делаем обвязку с помощью крючка. Та петля, которая у нас осталась одна, мы одеваем ее на крючок. Далее крючок вводим в следующую петлю. Захватываем обе стеночки, и переднюю, и заднюю. Захватываем петлю от рабочей нити и выводим ее. На крючке 2 петли. Захватываем следующую петельку и эти 2 петли провязываем. Кто умеет вязать крючком и знает, что это мы сейчас провязали столбик без накида. И вот такими вот столбиками без накида мы будем обвязывать все наше ухо. Дальше в следующую петлю вводим крючок, захватываем петлю от рабочей нити и выводим ее. На крючке 2 петли. Дальше подхватываем крючком следующую петлю на рабочей нити и продеваем через эти 2 петли. И так дальше продолжаем вязать по кругу. Опять вводим крючок за обе стеночки петли, подхватываем петлю от рабочей нити и выводим. На крючке 2 петли. Дальше подхватываем крючком следующую петлю от рабочей нити и выводим через эти 2 петли.
Если вы вяжете без крючка, ну, к примеру, у вас нет крючка, то вяжем следующим образом. Берем петлю от рабочей нити, продеваем ее через две стенки петли, через переднюю и через заднюю. Складываем две петли, и теперь уже через эти две петли мы протягиваем петлю от рабочей нити. То же самое мы провязали столбик без накида. И давайте еще раз. Петлю от рабочей нити продеваем сквозь петельку. Складываем две петли вместе, которая у нас осталась петля и которую мы только что протянули. И теперь петлю от рабочей нити продеваем через эти две петли. И вот таким вот образом мы должны полностью провязать все ухо по кругу. И у нас в итоге тоже должно получиться 42 столбика без накида. То есть мы в этом ряду не делаем никакие прибавки, а просто обвязываем по кругу. Далее самостоятельно довяжите до конца ряда. Мы обвязали полностью все ухо, и теперь нам нужно соединить вязание в круг. Вставляем крючок в следующую петельку, вытаскиваем петлю и эту же петлю продеваем через последнюю петлю, которая на крючке. И дальше разрезаем следующую петельку от рабочей нити и лишнюю отрезаем. Петлю выводим на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны мы ее закрепляем и хвостик прячем. Этот хвостик, который у нас получился в самом начале, мы тоже продеваем сквозь петельки. И лишние кончики отрезаем. В итоге получилось у нас вот такое ухо. Самостоятельно свяжите точно так же второе ухо.